Всем привет, на связи Пионер, и новогодние каникулы на Red Beer Железный Фронт закончились. Первая миссия эвентовская, а конкретнее воссоздание боя 28 панфиловцев. Ну, конечно же, по сценарию фильма. Моя роль — командир первого взвода в подчинении, два пехотных отделения и пушка. Левее наших позиций находится второй взвод, а против нас три танка и несколько взводов пехоты. Миссия получилась вполне атмосферная, хоть и меня сильно ранили и таскали по окопам, но это уже в самом видео посмотрите, а также по ссылке в описании видео отыгрыша резака. У него геймплея было побольше, и момент, где трое откачивают там кого-то, это я, если что. В общем, советую посмотреть, если зайдет, ставьте лайки, а так приятного просмотра. О, все. А ты где? Так, что у меня здесь есть? Ух. Давай. Шапочка. Бинокль. ТТшечка. Так. Так, полибасу граната нам понадобится. Блин, ее больше некуда. Ага, работает свисток. Блин. Так, блифчер, ты где там? Только не в текстуре умереть, пожалуйста. Ух. Хороший день, чтобы умереть. О, солдаты там балуются с мнимыми позициями. Так, о, мельница. Ну, я чувствую, у нее будут наваливать в самую первую очередь. Ой-ой-ой. Так, ты чё? А, у них же еще миномет есть, это, блядь, пиздец. Надо сюда спрятаться. Блифчер. Кто туда? Заценил, как красиво все. Внутри, по крайней мере. Блин, я выйти не могу. Не-не-не, пробуй. Ну, либо проползи, там, блядь, дырка такая. Так, проползи. О, красавчик. А где твой автомат? Боец. Где твой автомат? Щит. Сами дождался, когда я вылезу. Как шнурки по-армейски завязывай. Боец. Возле костра автомат твой. Да что? Да не возле моего, да. Товарищи, о, есть ли патроны где-нибудь здесь? У меня есть в это, пошли покажу. О, пионер. А. Ну что, рюкзак, хороший день, чтобы умереть? Да. Иди к нам. Короче, иди к нам туда. Направо. Только это, через shift пролезть. Лечь. Либо, ага, прошел. И там справа, там гранаты, короче, есть еще. А где твоя пушка? Опасной. Так, о, СТБ. Ну, не два, и пионер. Ну, что ты заезжаешь? Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Блин. Короче, это СТБ. Рассиживай, вот уже наша позиция. Сюда, на корабль.
А, тю, блядь, это АТВ. Кстати, здесь тоже можно и чеси давать все, да? Блин, все, ждем сейчас наших, потом пойдем в штаб. А где пушка резака? Я чуть не вижу ее. Ну, он пришел. А, вот там, на горке. Здравия желаю, бойцы. А где нам лутаться? Смотрите, боеприпасы есть у меня в пойдем, бункере. Посыльный проведите. Личный состав. Только очень осторожно, ребят, там сильно не толпитесь, потому что убиться об текстуру можно. Блять. Короче, вот там вот протоплатанская граната и эти патроны. Так, бойцы. О, блять. Короче, вы какой? Вы же первый взвод, правильно? 1-4. Да, все окей. Короче, вон где мельница, вот где мельница, на вашей позиции. Так, ну что, народ, как у вас? Смотрите, по пушке обязательно, если ты сейчас толкаешь, не выходи. Ты сначала жми отменить, и только потом выходи, принял? Да. Если ты сейчас выйдешь, не отменив, то пушка проебется. И на рассвете будем перестроим, расстреливайте. Блин, да как ее повернуть-то, ёпта? А что вы хотите ее? Через эйс, наверное, нет? Не, да, ты толкаю. Косячно, короче, куда-то смотрю. Возьми сейчас вправо, ты можешь ее вправо? Просто на месте стоя. Ну, просто вот если я жму вправо, вот ничего не помню. Ты просто в текстуру упираешься. Ну, вот блять, она сейчас ёбнет еще. Между елками ее можешь поставить. А чего ее сюда не хотите поставить? Вот сюда, смотри. Да, давай, он туда между елками. Смотри, какой обзор. Куда? Вы издеваетесь, я только ящиков натаскал. Вот сюда, между елками. Вот. А ну покажи, куда. Вот, здесь. Кася, у тебя шапка? А, сюда? Хочешь шапку на каску поменять? Давай, не хочешь. Мне как? Выдано. Вот, ты безопасности будешь, наоборот, еще. Мне выдано. А, Дэнни, давай мне. Дэнни. Давай, меняю. Давай. Потому что мне постоянно в жбан пролетает. Шо, красноармеец? Готов сражаться за родину? Отойди, Дэнни. Короче, Резак. Ты вообще не видишь, что перед Резак. Короче, командуй, смотри. Желательно подпускай поближе их. Чтобы сразу и быстрая готовность, чтобы бронебойным... Дэнни, ну подожди. Подожди, дай договорить. Короче, берешь... Максимально, чтобы все готовы были, и чтобы снаряд за снарядом шли в танк. Навешивай в пушку и в этот, ну и по гусеницам. Ага. Потому что в лоб очень трудно пробить. Вот сам в ствол, короче, стреляешь, чтобы у него ствол выбился, и все, и пусть катается себе. Угу. Все, я буду там возле мельницы, если что, я буду блин вчера присылать. Блин, поле же открытое. Полез. А ты полез. Блять, какая дичь.
бар, идут. Смотри, вижу на горке. Вон там горка маленькая. Вот там вот видел пеха только что. Там видел пеха только что. Мечу по я говорю, горку будет подавить, нет? Нет, 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 не стреляй. Я говорю, что они там, поэтому скорее всего с того направления пойдут. Правда, надеюсь, только этот правый флаг не проявил, чисто на ну, постараюсь. Рабочие. Ну, сидим, ждем. А что там на первом фланге, на левом? Да, да, а вон немцы уже. Пушку вынесли уже. На левом так, фланге. Где бар? Вон, смотри, видишь, немцы уже черные идут. Вон там. Я тут. Скоро пойдут. Уже на... А, вон уже идут. Бля, танк. Ёбана в рот. Чё, стрелять нет? Да, все, давай. Вон там, смотри. Даю трассер. Блять, ёбаный в рот. Блять, миномет прям в нас ебаш. Ты че, да не вспомнил, не понял. Блять. Ранен. Ранен, блять. Ну, слушай, да. Там, по-моему, это убили его, да? Бери, ты вышку принимай команду, посмотрим. Все, готово, тащи его. Все, тащи его, тащи бункер, там уже там шею. Шею, морфин, убеди его, и потом. Я уже что-то. Сейчас, сейчас он дошьет и. Да кровь, идиоты, блядь. А, воевать пора. Убеди его, обезболишь. Че, не смог затащить его? Нет. Пипец, нас накрыли тут. Лечим, лечим. Ты ему ввел обезболивающий? Второй взвод, приятно. Живой там еще? Второй взвод, прием. Вас давят, да? Ваш план давят. Что там, Максим, работает? Красавчики! Держитесь там! У тебя адреналин есть, мастер? Слышишь? Мастер! Да, да, да! Адреналин есть? Нажми. Слышишь меня? Да, да. А, говорю, адреналин у тебя есть? Вкали ему, да, адреналин. Есть. Прет с тебя. И введи. Ёпта, блядь. Так и адреналин. Новый мой. В руку. В руку, в руку. Так, в руку давай, выбирай. Смотри, смотри, блядь, кого поставили на медика? Смотри, подход. Принял. Обрабатывает нас минометом.
Кровь, блин, кровь. Блин, как-то ты неудачно так. Техника положил. Близко подходит. Да я залезу. Танк на левый фланг пошел. Да я пролезу. Не-не-не, не могу. А что ты кровь делаешь? Сейчас я кровь заливаю. Блин, а ты адреналин ввел ему? Да, да. А, этот обезболивающий морфин. Да. Ёпта. Держись, подкрепления нет. Хорошего вам настроения. Блин, где патроны? Патроны есть? Че, он до сих пор не приходит? Нет. Беда. Зато вполне атмосферно. О, блядь, наконец-то! Ёбаный в рот! Ожил! Большая кровопотеря. Все нормально? Ну как вам, блядь, введи мне что-нибудь, адреналин. Принимается переливание. Так, что у нас? Глифер, где ты? Какая обстановка? Живой? Да. Ура! Красавчик, ну как я, там? Я принял на себя мину принял. Блин, нас давят тут, давай быстрее в строй возвращайся. Короче, блядь, что у меня? Где я? У нас по левому флангу танк подходит. Крови нету, все. Понял. Давай, пионер, воюй. А где у нас танк? По правой, по левой? По там левому флангу. Стоит, там вот стоит. А, ну пусть стоит. А пехота прорвалась немецкая уже? Патроны для ПТРД. А, они есть вообще? Патроны еще? Белогор... А, это... Бля, черно-белый. Белогор, а первый левый фланг прорвали или нет? Хрен его знает, но танк туда на левый фланг ушел. Челентано, левый фланг прорвали или нет еще? Прием, второй взвод, как дела? Ну позиции еще не заняты у южного укрепления. Короче, нас танк видит, первый. Так, ребят, нас танк видит, сейчас фугасы сюда понакидает еще. Че, мастер, как держишься? Красавчик. Блять, пидорасы. На ноги поставил. У тебя она есть в штабе. Да я думаю, погибнешь только, нет. Да не-не-не, сиди уже здесь. У тебя кровь еще есть? Нету крови, нету. Бля, мало дал. Челентано. Блять, его пристрелили. Подожди, блять. Откуда его, сука? Не знаю, может сзади. Я МПшку слышал. Белогору, отходи, отходи. Живой, живой. Блять, это танк накрывает. Танк шьет. Всем осторожно. Помелится, он работает. Белогор, уходи в палатку. Ой, в бункер уходи. Сюда ползите, сюда. Белогор, ползи в бункер. О! Ползи. Это мне адреналин... Не, блять, наверное, морфий нужен. Не, сейчас я тебя заштопаю, все будет чики. Короче, и танк нас спасет, слышите? Бошки не поднимайте. Это что такое шарахнуло? Это танк шарахает. Танк, походу, лупит. У тебя танк попал. Челентано. Жив? Блядь.
Пасет, он пасет. Медик, медик ранен. Все, иди, 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 иди. Леса уже заходит, слышали, да? Откуда? С какой части? С леса уже заходит, рюкзак передал, убил просто в 2 метрах отсюда, вот там вот. Принял. Вот, приглядывайте, я пошел у мельницы там посмотрю. Давай, смотри, по мельнице работают. Внимание, немцы уже могут подходить. У мельницы. Рядом мельница? С нами, да. Бля. Там кто мельница? Блять! Ну, вечеринтану. Надел. Ботер. Прошел. А, сейчас стоит. Я думаю, кто Белогора, блин, чувствую, слышу рядом МП работает. А где пехота немцы все? Вечный. Смотри. Все, да. Пошли к нам. Ну вот, а теперь видно, мне понял. Не видно. Понял. А, они, кстати, отступают одни. Ну вот, сломали. Там никого не было. Нет. Бутик. Да, мельница даже пепер. Блин, меня гранаты свои завалили. Не, а меня этот бутер убил с автомата. Бифчер у меня с пулей. Так я смотрю на Белогора, в него, короче, попадает. Я думал, это танк. У нас убил. Там немцев вообще не было на мельнице. Кто сказал, что там немцы? Там так один. Там был немец, который меня убил. А, хорошо. Ботер там есть, ботер, по-моему. Там в лесу еще должны быть наши. Только они сдохли. Тут все гадает, как будет. Да, жалко, прошел. Пушки не работали. Хотя одна поработала. Кто у нас на пушке на втором расчете был? Это хорошо, наоборот. Немцы хоть что-то сделать смогли. Да не, они красиво нас там давят, пипец. Страшно так. Ты посмотри, вон это дорожка. Дорожка трупов. Первого взвода. Вон, смотрите, смотрите, в РГ Херц. А что вы бежали друг за другом? Мы за танком шли, пытались. А как танком? Там еще пройдешь? А у вас гономаги были, кстати? Какие гономаги-то, господи, ты фильм не смотрел? Не, ну, да, ну, не было гономагов. Фильм и игра. Ворвался вокруг. Чуть-чуть разные. Не-не, у них танки, артиллерия. Угу. Так у нас с минометом что-то. Миномет, кстати... Не знаю. Блядь. Накрыло троих, сразу накрыло. У нас поначалу троих, а потом, когда второй удар был по северной части, меня мина прилетела, меня еще минут 10 откачивали потом. Нормально, танк по колючке проехал, ей хоть бы хны. А они... вас там на юге слышит, а пулемет Максим принял, да? Не знаю, там все стреляли. Все, короче, нас коренили. Слушай, а тут смотрю, седьмые там перегруппировываются, оставили ВРГ, это минометчики. Минометчики, да? О, танк. У нас первый взвод полег весь. А есть такие, которые за танками, за вторыми поехали? Ну, второй взвод шел за танками. А что у вас происходит? Это на респе там трое лежат мертвых. Что произошло там у немцев? Ахуй. Пушка застала. А кстати, чё? Да, а пушки появляются. А, на респе? Ну, а это нормально. Да? Это ящики. Просто она убила одного. Ну. Это еще и ящики. Слышишь, Раш идет на это на технике, Дельта он едет на автомобиле. В смысле едут они? Да ладно. Смотри, да. Ты же серьезно говоришь? Они даже за танком за новым едут. На автомобиле. Не, он подъехал, подожди. Смотрите, это Хаммер подрывает танк с ТБ. Давай. Понюхать есть чем, надеюсь? Да граната ж полно. Там полно, да. Хорош. Горит. Ура! Двигатель горит. Сейчас потухнет, нормально. А он потух уже. Блин, сейчас за... Он потух. Минус нормально. Не, а, гуслюк уже сюда убил. Да, гуслюк. Хаммер. Слушай, ну прикольно. А, так он... А, все. Фриц вышел. Давай. Че он ползет? Он стреляй. А, он их не видит, он их не видит. Не, обычно пехотный закинул гранату, сейчас рванет. Есть, один есть. Одного. На, и второго. Раскидали, красавца. Блин, жалко, кинул. Пушки не сработали нормально. Вот там раненый какой-то. А Гюнтер раненый. Не, ну фрицы сейчас могут затащить, у них. А чё ты мало крови дал этому мастеру? Затащит.
У него в штабе полно целый ящик кровищи. Ты же сам сказал не бежать за кровью. О, я такого не говорил. А чего так тупили долго? Кровь вливали, перевязали по бырику сразу кровь. Парень просто открыл, который не очень в этом там разбирается. Ну да. Я ему сразу сказал, что делать. Подорвал я хоть танк, нет? Поджог. Да, выбил экипаж. Это рядом людей, вон одного грохнул. Ты, короче, их поджог. А, еще гранату, значит, нехило кинул. Нет, ты попал, короче, и противотанковые. Не, ну это я видел, я попал, да. Я прям упор под пол сбил. А пехотная, короче, одного убил. Блин, а вот если бы мне араб не говорил, типа сиди на месте, а может... Да я, блядь, застрял в этом, как его, блядь, фу, все, второй танк, резак, да, давай. Уж лучше, чтобы ты все правильно сделал. Что, только танки остались? Есть, есть еще танк. А пехоты нет? Давай, есть пехота. А, вон, вижу, двое бегут. Ой, блядь, что ты кидаешь? Что ты, да кидаешь? Вы чё делаете? Кидаешь? Бличер, давай, Белогор. Они, по-моему, сами себя закидывают гранатами. Запугали. У меня больше гранат не было. Ай, блядь. Да там гранат куча везде этих. Там уже немцы подходят. Да выбеги ты кинь гранату, блин. Хераси. Давай. А, такой их, кстати, поджидают на поле. Давай. Ну. Ну, почти. В окоп, похоже, фрицы сейчас он... Да, заходит, заходит. В шинелях они. Пулеметчик прям на них. Гранатами закидали. А, своего убили, по-моему. Все. Да. Наиграли, 5 человек осталось. Давайте. Смертью храбрых все положили. Все висели там. Один русский из ПТРД в окопе. Сейчас будет убивать пехоту с ПТРД. Мясник. Не, ну было вполне атмосферно на самом деле. Когда так шла. О, сейчас вольномарки. Смертью храбрых полег первый. Давай, давай. О, убил, убил. Ай, граната, граната. Граната, все. Резак, убегай. Резак. А, это дымовая, что ли? А вот это нет. Вот это он их покрошил. Они от гранаты убегали, а он... С пулемета просто. Хорошие дымовые, да, вот эти? Водительские мечты. Да, дымовые зачетные. Чё не про окоп смотрел, ё-моё. Короче, резак выбегайте, и у вас там двоих или троих сразу. Пиздец, мастер. Сам инструктор остался один всего лишь. Сейчас пойдём. Сейчас затащит. А вот он. Нашёл. А там один выкурит туда. Сейчас граната, наверное, сначала прилетит. Ничего, посмотрим. Нет, сначала мимо побегают, потом уже пойдут. Столько словил, что уже ни хрена не вдуплял. Блин, одним из последних. Давай. Оп. Один есть. Я 8 человек убил, боже мой. А южный захватывали? Нет, там сейчас по потерям выиграют все равно. Так, уже давно должны были по потерям. Медик, давай. А, тут 001 стоит. Эх, побежал, сейчас его расстреляют. Там патронов уже нет. Ну да, не спалили. Как от третьего лица? Пробел. Ё-моё, один человек из первого взвода живой еще, охренеть. Там да, это медик остался. У нас нет, медик. Это граната к нему пролетела, к нему граната прилетела, все, хана. Там медпункт. А не, уже. Держись, бро. Ой-ой-ой. Брёшь. Штурм, брёшь. Штурм. Давай, давай. Кто кого? Он не ожидал. Бля. Он не ожидал. Не смог. А чё? Нормально. Я его завалил, нет? Нет. Одного завалил. Ну, одного, да.